Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! А сейчас я вам покажу видео от девочек. Пока только от девочек. Что-то мальчики у нас ленятся. Юля из Подмосковья прислала видео. И прислала, показала украшение, которое она сделала. Слушайте, ну посмотрите, какая красота. И сделано это из ПВА, из клея ПВА и крахмала. Посмотрите, ну надо же. Надо у нее спросить пропорции и как она это делала. Надо же. Господи, чего только люди не умеют делать. Спасибо, Юленька. Спасибо, дорогая. А сейчас мы с вами пойдем смотреть, что тут у нас созрело. Вчера, правда, красные помидоры поснимали. Вот. Сколько помидорчиков. Это второй парничок. Вот краснеют уже помидорки. Вон сколько. Вот зеленые. Ой, сейчас вам перчик покажу. Сейчас пойду. Такой красивый перчик вырос. А это мои ко-ко-ко. Здравствуйте, девочки. Шила вот такую сумку из старых джинсов. Достаточно вместительная, с большой ручкой, с карманами. Это сзади такая. Вот такая у меня получилась сумочка. А теперь Иринка прислала из Сочи. Такое место, район Пластунка называется. Фазенда вертолетчик. Там вначале видно синий вертолет стоит. Красиво так. Ой, спасибо, Ирочка. И вон в той беседке мы сидим. Вот это самое первое. Спасибо, мои дорогие, еще раз вам. И огромная просьба. Девочки, снимайте, присылайте мне свои маленькие видео. Пожалуйста, очень интересно. А
зато получается вот такое коротенькое видео. Всем спасибо за внимание.